Ну да, здесь льда, кстати, нет еще этого. Да, не было, все равно лучше было. Потому что сегодня, блядь, плюс один был утром. Да, вам не цвет. Лето, я тебе покажу классные маршруты. Будем кататься с тобой на велике. Ни о чем знает, я зря. И в конце дня вечер тонет два дня. Интервью перелет его. Свидание. Возвращение блудного сына. Иду искать свой домик. Главное, пока я ищу, ничего себе не отморозить. Ну, вообще, я уже отрубаюсь. Очень хочется спать. Невероятно. Но я пойду какую-то там лекцию слушать или тренинг, чтобы хотя бы показаться им на глаза. И чтобы меня преждевременно не слили. Сейчас попробую там поспать, повыкладывать сторис. Вероятно, там что-то такое интересное рассказывать.